Ну, я к тому, что... Нет, ну, да, если бы я просто, ну, болел, если бы мне было больно, я бы вряд ли был бы полезным сотрудником, то есть... Ну, кстати, да. Нет, если... Ну, в прямом смысле, то есть это даже... Это не угар. Я тоже не угараю. Буквально статистически. Ну, поэтому женщин и реже берут на работу. Кстати, это тоже не угар. Ну, это не угар, да. И говорят, что их не берут на работу, потому что боятся, что они в декрет уйдут, а это, типа, да, нужно да. фирме 2 года выплачивать зарплату. Выплачивать. Там прикол мне рассказывали, короче. Вот у меня на работе одна девочка уволилась и перешла на другую работу. И вместе с ней на эту работу устроилась тоже какая-то девочка, но уже беременная. Ее взяли, но она, по-моему, на третий день всем растрепала, что она беременная. Ну и ее, по-моему, не уволили. Ну это вообще такая западня. Ну если там... Ну, по-моему, я слышал, что в России хуй уволишь, если человек сам не напишет заявление. А, в плане про беременность или про что-то? Ну, нельзя уволить за беременность. Тебе нужно найти, за что ты увольняешь. А, не, все, понял. Ну да, да, естественно. Тогда бы просто, как только женщина беременеет, увольнение подписывается. Так они фулл ЗП платят. Ты про что? Чё играет? Музыка из Guilty Gear. Надеюсь, вы здесь все любите файтинги. Так, а, тиктоки. Уволят, выживают с работы. Ну, я слышал такое, типа, если там какое-то дно работы, то, наверное. Но, насколько я слышал, практически вот, если ты там хоть чуть-чуть выше какого-нибудь продавца, то вроде как хуй тебя уволишь, если ты не хочешь прям. Ну, не, если официально устроено, то, по-моему, хер уволь. Вот если не официально, то там только так выгоняют. Ну да, да, это понятно. Так, сейчас я попрошу, чтобы мне скинули. Не, если тебя увольняют... Короче, если увольняет фирма, то да, она обязана, по-моему, 3 зарплаты тебе выплатить. Или даже больше, не уверен. Ни хрена себе. Пом-3. Ну, типа, в конце просто выгодно начать исполнять, чтобы тебя уволили? И, ну, тебя просто не будут увольнять официально. Тебя уволят по какой-нибудь... Ну, тебя заставят по собственному. Поэтому и просят по собственному написать. Но тут еще такой момент, что если тебя уволят по статье какой-то, то... Для всех следующих работодателей это будет видно, и они такие, блядь, его уволили за кражу. А, ну да, тогда... Тогда я исполнять не буду. Но я же не буду воровать. Ой, ну не я, ну в плане, вы поняли, кто угодно. Стаканы. Пробую в первый раз. Да зачем вы сейчас мне скидываете свои... Ладно, давай я прочитаю. Может быть, ты на него не сильно ставишь. Может, ты потом напишешь какой-нибудь. Грешить со страстью. Чё? Без пробуд... Всё, ладно. Слово «дрочить» увидел, я читать не буду. Ладно, прочитаю. Ну, я так, поняли, сделал вид, типа, не буду, а сам про себя прочитал, чтобы нормально прочитать. Грешить со страстью. Нет, я не буду читать. Сейчас, дайте. Извини, пожалуйста, что я твое стихотворение, что я твое стихотворение так испортил. Своими вошканьями, блядь. Пробую в первый раз, пишет. Грешить со страстью, беспробудно дрочить и день, и ночь на ма... Иди нахуй, я такое читать не буду. Вот такое ты нельзя. Раз, ты 5 раз попытался для приличия. Кстати, ты заметил, когда Ярик ушел? Это вообще пиздец.
Я даже забыл, что с нами Ярик сидел. Если честно, я сейчас Дискорд открыл случайно, вижу, его нет до сих пор. Он писать ушел? Да, да. Ну, классический Ярик, классический Ярик. Это вообще угар. Его же нет уже, типа, второй день. Так, показываю ТикТоки, ваша любимая рубрика. Ну, я думаю, мы наигрались, наверное. О, так, мне скинули денег, сейчас надо еще будет. Да куда, Альберт Пупшин, ты скидываешь... А, чё? Эх, прочитай хоть один хороший вид строки на вечер. Я пол... А, на вечер я лучше напишу, и не про Ярика. А, всё, понял сейчас. Так, покидай хоть стихи мои из донатов в ТГ-канал, а то я их нихуя не сохраню. Куда? К себе? Ха-ха, теряйся нахер. А, приходи их, блядь, зачитывать. Это, так, кстати, жесть. Я давно пришел, и просто с того момента я сейчас отошел еще на минуту, типа... Я в шоке, какие его друзья. Я же про Иванов вам рассказал. Так, Альберт Пупштейн, ожидание. Что за Иваны? Так. А, ну ты позамутился хотя бы. Так, ожида... А, это не стих, это ты просто донатил. Альберт Пупштейн пишет ожидание и поедет в любой город и взрывает местный стендап-клуб, реальность, и не пускают в клуб без паспорта. У меня был паспорт. Он приходит на следующий день и выпивает банку пива для смелости, засыпает на баре. Ну ты просто хороший вечер описал. Надеюсь, там что-то интересное. Так. Во-первых, Грифон мне скинул 23 рубля и скинул вот такую картинку. Я чесак, и я чесал этого добряка. Классно. И теперь Досоцин скидывает 250 рублей. Спасибо большое, Досоцин. Мой глубоко уважаемый и сексуальный брат. Это я и мое... А, это я и мое... Ну, ты написал мое, там не написал мои. Ебаные ссылки, чекни, пожалуйста. Охуеть, 5 ссылок? Ну, давай, давай. Давай, меня сейчас забанят после одной из твоих ссылок. Сколько отрубленных голов? Ваши предположения в чате. Играет. Это что, би-2? Для чего голосование, если чел просто не смешной, не угарный, не интересный, не увлекательный? Не надо. Что за голосование? Про 24-й год, наверное. Голосование разбанивать ли Зыняя? Всего 80... Ой, 93 человека проголосовало. Вы прикалываетесь? Проголосуйте, пожалуйста. Желательно за ней. А, вот тут же написано 93. А я считал, сидел. Это Зыняя, мы разбаниваем или не разбаниваем? Как вы вообще думаете? Так, пишет всегда там... за разбан. Да не разбанивай его нахуй. Он за твоей спиной болтал, что ты героиновый нарик. Пиздец. Я мог бы все просить, кроме этого. Я ведь ни разу наркотики не употреблял. И ты вот такую хуйню говоришь? Ебать, Зыня. Так у тебя всего 94 человека на стриме, остальные боты. Да, блядь. Но крутите хотя бы ботов сюда, чтобы люди все еще думали, что это не боты в чате. Я на выборы никогда не ходил, но за разбан Зыняя проголосую. Работяга из чата народа. Ладно, я уже доволен подобными результатами. То, что из 100 человек 47% его не любит. Остальным, возможно, просто похуй. Что еще остальным? Он, наверное, сейчас... Похуй. Интересно, этот человек умеет плакать? Ему было бы обидно то, что сейчас такое? Срочно посмотри мем в донате. Я же только что... А, еще один? И что, ты хочешь вот это, чтобы я посмотрел? Ладно, ну тут ничего такого. А...
Мем оценен. Так, ладно, да, конечно. Уф. Что делаем? Все-таки разбанивать этого человека или нет? Да никому не разбанивай, ты че? Ну это бесконечный круг. Типа, если ты хочешь это в мем превратить и угарчик, ага. Что вот у тебя одна из фишек на стриме есть тип, который разбанивается на 10 минут, потом банится еще на 10 минут, и так бесконечный цикл, то разбанивай. А если он реально тебя заебал, и тебе кажется, что он хуйню делает, ага. То оставлю в бане. Не, хуйню делает. Но, конечно, неутешительные результаты для Зеня, как показывают, все-таки у нас демократия, а город, ой, город, а голос народа важен. Подожди. Почему она нахуй сейчас обновилась? Блять, там походу рефрешится страница после каждого голоса. А, но там было нет написано все-таки. Там лайф резалт, да? Лайф резалт. Только что это увидел. Ша, давайте посмотрим, что он пишет. Мне. А, он даже не в личку пишет, он мне в этот пишет. В чат. Я лучше Гитлера пишет. Но, пожалуйста, я не буду хуярить по мирным. У нас который раз этот диалог происходит? Слушай, либо смотри, твой стрим, типа, ну, чат твой. Просто сделай как хочешь, не слушай чат. Нахуй это надо. Если ты будешь слушать чат, ты забанишься через 15 минут просто навсегда. Так, я помню про правила, послушай Ярика и сделай наоборот. Такой серьезный. Надо было наоборот, надо было наоборот. Да, круто, что ты... Видишь, что чат говорит? Чат иронично это объясняет. Да, да. Мне знаешь, что еще нравится? Разбань, извиняю. Че, серьезно разбанить? Не, ну я просто, когда кого-то думаю банить и банить, я серьезно думаю, так что я был бы не против, если бы мне серьезно кто-то под руку пиздел, что делать. Он пишет, пожалуйста, троеточие, ладно, я выхожу из комьюнити, я теперь сам по себе. Нет, темная арка началась. Ладно, извиняюсь. Светлая заканчивалась. Вот это ровно то, про что я говорил. Ярик на полном серьезе дает совет и прям такой, следуй нахуй. Следуй, блядь, моему совету нахуй. Нет, я вообще не требую следовать. Не знаю, может просто серьезно, реально с тоном слишком серьезно говорю. Но типа, ну как хочешь, делай, естественно. Не, я понял. Так, кстати, кто разбанил Зиняя? Потому что Ярда его только что забанил. Мне что нахуй, пересобрать сейчас, как Максим пересобрал? Мой этот модераторский Ярда состав? Ярда его только что разбанил. А. Дистресс банит. Дистресс папик банит Зиняя. Зиняй, напиши, тебя разбанивает или а тебя не разбанивает? Сними модерку с Дистресс папик. Ты хочешь это? Да нет, я не буду, ее же забанят сразу. Она кто? Пока что под этим, протекцией. Как только с нее снять модерку, то ее, скорее всего, забанят просто по приколу. Зиняй, ну, напиши в этом, в ТГ тебя разбанивать или нет? Желательно с унижениями. Да что я с папой забань, позже. О, блять, вот бы хотя бы посмотреть эти тиктоки. Блять! А, я закрыл свою вкладку основную. Это очень плохо. Ладно, пофиг. Что за вкладка смотреть. Основная? Ну просто вкладка с браузером. Где у меня все эти были вкладки открыты. YouTube, ВКонтакт и все остальное. Теперь все заново заходить. Фу, это неудобно. Не, ладно, там было много вкладок, у меня просто много вкладочек. Так, сейчас, как бы вам показать TikTok? Кстати, помнишь, ты вот этот показывал, типа, мев 2 грамм, который у него стоит? Ты говорил, ебать, дебильный TikTok, я жестко угорал с него, так ты сказал. Да-да, че он? Это же наш зритель, оказывается, он мне после этого в личку записал голосовуху, говорит, я так счастлив, что вы оценили мое творчество. Так нет, я знал, сказал, что он проберется. А, ты знал? Ну, а, ну он сказал, короче, что он проберется к нам, друзья, и выкинет оттуда Ярик, и его место займет. А не, нахуй да, что-то место занимать? Почему нельзя, типа, блин, я просто еще одним буду парнем? Почему все в этой схеме всегда хотят меня выгнать обязательно и мое место занять?
Пацаны, вы понимаете, что мое место предполагает, что, ну, вас тоже будут хуесосить, и ваше место потом тоже кто-то, ну, займет. А, давайте посмотрим. Тихо. Я уже пиздец устал, у меня жестко плавит, я не знаю, как, да? Надо чуть-чуть отвлечься. Сейчас, С котиком можно? Да, конечно, сейчас я все включу. Парень, я изменился, теперь я одинокий волк, мой путь лежит через горы просто... Ага. Так. Ладно, разбанивай. Ты охуел? Я говорю, нормально, напиши твое нахуй «ладно, разбанивай», я тебе не буду «ладно, разбанивай». Напиши «разбань, пожалуйста», я все понял. Я исправлюсь, я не буду пиздеть хуйню про своих же, сука, друзей в чате. Дурашка. Так, вот это с котиком. С мышками, с котиком. Смешной есть? О, это забавный. Тоже забавный. Смешной. Забавный. Пойдет. Ок. Погнали. Донаты, чекни. Да сейчас, да, собственно, давай мы посмотрим тиктоки, а потом... А, блядь, еще и ссылка с донатами закрылась. А потом я посмотрю, блядь, твои видосы сумасшедшие, которые ты скидываешь. Все, смотрим тиктоки. И потом мне еще скидывали тиктоки. А, окей, вот бы оно загрузилось. А, окей, вот бы у меня сейчас не закончилось. Нет, интернет я недавно оплачивал. О, там справа та, которая немножко вяжет игрушки. О. По звуку нормально? На. Ой, он больно ее укусил. Ёжик так отстраненно был. Давай посмотрим, так. Бля, извиняюсь. О, ты даже я тебе не говорил, кого, где ты. Так ты сказал, вон справа, да. Ну, он на минуту 20, ну давай просто посмотрим, ладно. Так, извиняюсь, повторяю. Ладно, разбанивай, я не буду тебя нахуй... Ладно, разбанивай. Как будто мне одолжение делаешь. Да, обратная психология. Выпустить. Все, выключай, она мне разонравилась. У нее кря смешная, она. У нее мама просто в соседней комнате. Или голый отчим, сонный, еще не проснулся. Может ударить. Ладно. Нет, там отчим пьет. Что? Отчим пьет в соседней комнате, она боится. Боится, что отчим придет и ударит ее. Такое было просто уже. Так, сейчас, подождите. Она один раз громко тикток записывала, в общем, пришел, ударил ее. Ну он вообще крутяк. Мне он нравится. А, у меня есть лайк. Крутое. Ники, милашечка. Ты меня лайкнул туда. Сегодня милые тиктоки. Ничего себе, тебя. Реми! Ты крыса! Продолжаем обзорство. Animals, funny videos. О, как будто огромный нос у него просто. Это я? Гузна. Бля, меня так пугают эти видео. А, вот Гузна надо будет посмотреть. А, про меня не надо делать. Да не сжимается она так. Я извиняюсь, я стою на коленях, разбанивай. Ладно, извиняй, можно амнистировать. Но предупреждаю сразу при всех нахуй людях в чате. Твоя последняя жизнь. Ты как кот в сапогах сейчас, у тебя их было 9. У тебя осталась последняя. Не дай бог кто-то в чате на тебя пожалуется, что ты что-то своим сказал плохое. Ты будешь уничтожен. Можешь говорить и писать плохое другим. Нашим нельзя. Разбаньте, пожалуйста, Зиняя. А, во, уже снимают. Так. Бля, и надо тиктоки Гузны еще посмотреть.
Но я не хочу с собой смотреть, мне неловко. Надеюсь, у тебя есть без меня. Какой-то ёж, Ярик. Раз. А где был смешной? Вот-вот. Ира играет эти хой. Там песня из Король и Шут была. Про Максима тоже глянем. Опять про Ярик. Про меня мне неловко. Сейчас посмотрим. Это как открылось. Ладно. Я, кстати, вот это сегодня видел. Прикольно, на пианине играет. Old Doll называется песня, кстати. Old Doll from Madfather, OMG. А что, Зоня уже забанили? Не, вон он пишет. А, нет, ну пишет: жил без страха и умер без страха. Зоня Николаева, последние слова были: Ипыч выдрочил всю сперму, и теперь болят яйца, что делать? Не, ну за такое, я думаю, банить не нужно. Совета попросил. Да, это просто совет, возможно, даже чуть-чуть дружеский. За оскорбление к своим баньте его, или за какую-то, блядь, вообще моральщину закончили. Вообще, кстати, видно, что он выдумал эту хуйню. Когда выдрочил всю сперму, не яйца болят. Да, но либо у него было, типа, чуть-чуть. Нет, уретра болит. Или она. Но либо у него там было чуть-чуть, и он один раз такой, оп, минут на 15, и все. Сразу этого не тестировал хватило. Лимиты своего организма. А что сделать с яйцами? Пожарить. Глазунья. Зняня забанен. Слушай, ну ты обжился влиятельными врагами. Тебя не любят, видимо, среди модеров. Не знаю, что делать с яйцами. Потяни их по себе. Знаешь, почему его не любят модеры? Я прекрасно, блядь, понимаю, почему его не любят модеры. Яйца дорогие, пиздец. Кстати, да, плохого не делай с яйцами. Так, со мной не смотри, мне неловко. Но ёж смешной был. Кстати, почему не лайк? Это охуенно, почему я это не видел? Блять, эдит. Ну ладно, гляну сам. Ну тихо, мне неловко, не делайте такое. Ну спасибо, очень приятно. Вот это, бля, подожди, а где песня, которая там не играет музыка поверх музыки? Это та версия? Ах ты сучка! Так, это не та версия. Ну ладно. О, ребята. Наша песня. Там, блядь, играл Король и Шут, он сказал, ему блокируют Король и Шут. Он сверху записал вторую песню. Меня так... разъёбывает. А ведь вот так. Какой-то стакан, блядь, вставил. Дамы и господа, право такой, пусть уже кончилась я, и да, в погребе ром висяк натворено. Пятую ночь подряд, ром горожанин пьет, все в один он тогда все подряд ставил. Подобен грому, дайте людям рому, нужен по-любому людям выпить рому. А, это, видимо, был... Да, кстати, спасибо большое. Я всю жизнь мечтал об эдите. Да, очень странное чувство. Но мне понравилось. Вот у меня... Я всегда хотел себе... Кринж. Охуеть. Человек, новый пользователь чата, пишет кринж. Не знаю, проживешь ли ты тут или нет. Так, дистресс. Бабе там кого-то банит. Женщина, допущенная к власти. Вот, посмотрите, что получилось. Ha 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 ha
Ну это дикий дрызг. Так, меня опять забанили. А этот пи... Ну сейчас по беспределу. Разбаньте нахуй, извиняю. Нет, за просто так не баньте. Скиньте мне. Да, сейчас скину. В чач скину, так называемый. Канал. Канал. Канал видеосвязи. Так, вот. Дикий гриз, блядь, гриз. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я насрал, модер убери. Бабы на колени. Извиняй, но это не то, что тебе стоило говорить. Забанил. На 600. Извиняй, регай новый аккаунт с другим ником, с другой персоналити. Добро пожаловать в сообщество. Начал не с того конца, там жопу до конца видно, прям до последнего. Опять эти бутылки. Аниме эдит. Макс обожает магическую битву. Можете ему ничего? Кстати, это не иронично. По-моему, он прям обожает. Но нет, он этого стесняется. Же... Он же ее прям хуесосил. Нет, он же говорит про нее гадости. А любовь, она так и работает. Он... В смысле, он... так и работает? Есть примеры? Блин, ну вот это вообще было, Коля, охуенно. Наверное, золотая из шуток. Очень тонко, тонко. Жаль, что поймут все 420 человек. Напишите, пожалуйста, Максиму. Нихуя там противостояние. Кто-то банит на 1000 секунд Зиняя, кто-то его разбанит. На миллион. А, на миллион. Я на 1000 сказал? Я не понял. Новый пользователь чата. Ну ты потому что новенький. А здесь нужна это была. Как она называется? Экспозицию нужно было еще понять. Ой, подожди. А, отстаньте. Так, короче. Скиньте Максиму, он обожает магичку. Блять, я закрыл какой-то из тиктоков. Но это был, наверное, самый смешной. О, про мышь. Сейчас, подождите. По-моему, был, от... наверное, последний. Да? Жарю. Вкусно? Вкусно? Очень вкусно. Че за женщина? Сейчас пока грузится женщина, давайте еще что-нибудь глянем. Бля, ну это было, это я видел, это очень смешной тикток. Но про себя я не хочу смотреть, вот про давы давайте. Ага, а загрузится хоть что-то? Пожалуйста. А, просто женщина. Да, Ergo Proxy. Я, кстати, не смотрел, как вам вообще хорошее аниме стоит смотреть. Тоже не смотрел. С Максимом видос не грузится. Давайте котика глянем. Бля, они решили все не грузиться, чё за хуйня? Мы спиздим всех маленьких девочек. Мы спиздим всех маленьких девочек. Мы спиздим пижаным пряником и хлебницей. Вот ты волчара, вот ты спалился, бля. Не, нет, тут сначала надо, она его вначале бьет. Прям по попе. Это хороший. Я и кто? Чего? Я и чей ребенок, в смысле. Так, ну. Просто забавно. Просто забавно. Под грустную музыку из кухни. У меня эта музыка теперь с кухней ассоциируется навсегда. Так, сейчас. Вот ворюга. Подожди, вот ворюгу не хочу, вот это хочу. Спиздим всех маленьких девочек. Мы спиздим всех маленьких девочек. А нахер он такое сказал?
Максим порой такие вещи говорит интересные. Как будто призыв к действию. То есть Максима послушать, и я хочу вот именно это сделать, то, что он говорит. Давайте все так же делать. Блевота ходы. Где-где? Ник блевота ходы. А-а-а. Че, у нас стрим превращается в просмотр? Напиши, оправдала ник, напиши. Не, оправдал ник, потом две скобочки. Ладно, шучу. Нормас. Тип, ну. Тип, ну. Ну, как будто тип, ну, уже... Тип, ага. Тип, ну, нормально. Я понял, две скобочки, три скобочка, четыре скобочка, пять скобочка. Это вообще... Нормально. И сейчас смотри, нормально, одна скобочка, чтобы она вообще не поняла. Вообще не поняла. Типа-типа, вот так. Сначала право, и вот так идет. Она вообще нихуя не поймет. О, да, все, и второй, да, и напиши еще второй комментарий, ГОВТГ. Сколько скобочек? Или серьезно, без скобочек? Ну и, ну, я не и знаю, надо написать она... ник. Да, да, надо ник. Напиши не свой. У меня просто любой? Не, я думал Ярика ник туда отправить. Фак. Или может... Не, давайте ник за няня отправим. Вдруг они спишутся, и она его из долбоебов превратит в нормального человека. Нет, она, они заобщаются. Ага. Потом он такой, ну чё, давай, может, встречаться? И она такая, ой, блин, а я думала, мы как друзья общаемся. И он короче, еще хуже станет. Он просто свистанет. Ага, всё, я его скидываю. Этому человеку нужна женщина. Или, блядь, прием лоботомии. Ты смотри, алкохимик, что тебе отзыв на стрим написал. Кто-кто? Алкохимик? Куда? Сейчас. Он в чате. Сейчас. Алкохимик. Давай. Вот это? Это не отзыв. А, во, классный стрим. Ла-лан, шучу. Блядь, почему в конце одна скобочка, а не шесть? Непонятно. По нарастающей шло. А на пятки показывать сегодня будет? Ты у меня спрашиваешь? Я не могу изменить, блядь, ТикТок, чтобы там нам показали пятки. Женщина грузится. Много книг читает. Вон там штучка для мусора. Обычно туда спам складывают. Их уже и читать учат? Не сути. Слушай, это жестко, Ярик. Начни попроще относиться к женщинам. Так, это смешной ТикТок. Да слушай, о-о-о. Тут на самом деле любая надпись... ну, на надпись тут все равно. Просто мне очень нравится, как Олег Монгол танцует, и все такие... Олег Монгол! Олег Монгол! Это охуенно, да-да. Да, было-было. Это охуенный батл. У них первый раунд было не реп читали, а второй танцевали. О, Тихий Дэн, аудиокнига, смотрим. А, ты, оказывается, у нас инвалид. Чё-то я не вижу, что ты инвалид. Ноги есть, руки есть. А ты не пизди. Все есть. О, нифига ты. А чё? Ну ты, конечно, жжёшь. Ладно, дай я в туалет скажу. По-нормальному тебя прошу. Понимаю дело, как ты там живешь, инвалид, не инвалид, на пособии, и в этом отеле живешь, некуда прийти, чего там. Эй, блядь, ты че? Стоп, я просто решил пересмотреть Тихого Дэна 2. А, короче, у меня в городе недавно, ну вот до поездки в Питер, в пятницу, ну вот у нас есть арт-кафе
по-моему, блядь, единственное место, ну, не забегаловка и не пивнуха. Потому что у нас только забегаловки, пивнухи, арт-кафе и KFC. Вот, ну там чай очень вкусный. И они периодически устраивают там какой-то сходки и всякую херню. И там они решили устроить такой обмен книг. Туда можно было прийти с какой-нибудь книгой, поменяться с кем-нибудь. И плюс еще тема обсуждения была любимые и нелюбимые герои. И я хотел прийти туда и начинать про Тихого Дэна загонять, рассказывать, типа, что мне в нем нравится, что не нравится. Но я работал, и мне так обидно. Вот, короче, на следующую, если будет такая сходка, то я постараюсь прийти, потому что они у них там вроде с какой-то периодичностью проходят. Так что, если вы знаете, про какое место говорю, приходите на следующую. Я буду про Тихого Дэна рассказывать. Маяковский, а почему все время подтягиваете ведро? Что? Это кто написал? Женя, а, это Зиняй. Он, по-моему, сегодня это то ли Джейку, то ли Тайдани писал. Сумасшедший. Ой, блядь. Все умерли. Самолет. Да, Хан Соло, Бака, или как там его. Все умерли, принцесса Лея. А, я, короче, вот, когда возвращался сейчас с Питера, у нас расстояние от Питера до Волгограда 2.5 часа. Мы летели 7 часов. Расстояние не в часах мерится, дурашка. Расстояние большое, но лететь 2.5 часа. Но мы летели 7 часов. Потому что там, короче, то ли аэропорт был закрыт, то ли погода была нелетная. И мы очень долго кружились на Волгоградом, а потом полетели в Саратов заправляться. Блять, я так устал. Вот, потому что вот от Коли я выехал в 5 утра, и все, я все время был в дороге. То есть я приехал к себе в отель в 6, собрал вещи. В 7 или в 6.30 я уже выехал в аэропорт. И с 7, нет, с 8, потому что туда час надо было ехать. Я сидел там до 10, потом в 6 прилетел к себе и еще час ехал. Короче, я заебался. Смешных историй не будет. А, ну еще в самолете там одна, ну там одна девочка, что-то туда-сюда. Ну, знаете, будни обычные. Вот. Я не понял. Но она сказала, что я симпатичная и попросила сфоткаться. Но ей было нихуя очень себе мало лет. В плане... Что за хуйня? Около 14 лет. И вообще, ну, меня это пугает. Не то, прям что... очень... Ну, то есть мало, но не очень мало. Ну, то есть 12 это очень мало. 14 просто мало. Да, просто мало. 8 вообще мало. 16 уже нормально. Включи Серегу. И по, на отходниках. А чё я звучу как на отходниках? Возможно. Почитаю, что алкохимик и Ярда друг другу пишут. Я надеюсь, это показуха для чата, и на самом деле у мужиков все нормально. Давайте искать, чё они пишут друг другу. Так, Зиняй что-то длинное пишет. Подожди, а ты можешь мне просто написать что-нибудь? А, вот. Иди очки, драй молодой. Да, что там выше? Старая шерсть, иди на покой. Я не... А на какой почве они решили запиздиться? Ты вообще засланный казачок, ты постоянно какую-то хуйню делаешь. Да, надеюсь, у пацанов все нормально. Так, так-так. Прикольно. Я, кстати, до сих пор в эти твои истории, ну, не верю. Что-то... Ты уже второй раз рассказываешь, что к тебе подходит на улице просто женщины, типа, и знакомятся. Я тебе клянусь, у меня все интеракции... Да, да, то есть 100%. Я тебе клянусь, у меня единственный раз в жизни, когда ко мне женщины подходили и говорили, типа, вот это, познакомиться, это... И то надо мной уже угорали, то есть я в 5-м классе стою...
Я в пятом классе стою, у меня на телефоне скачан этот Stromae, Лондон. Я стою, короче, жду кента, пока он, ну, уроки закончатся, и думаю, блин, послушаю, как крутой музыку прям с телефона прям послушаю. Зима, я в этой куртке дутой стою. Не-не, я на всю улицу включил вот это. Лондон. Стою, короче, жду кента. Мимо проходят какие-то две восьмиклассницы и что-то там про хуи обсуждают, что-то, ну там про, про мужиков своих обсуждают. Да. Ну да, да. 30-летние. Да. Про мужиков что-то обсуждают, и проходят мимо, и, короче, одна другая говорит, типа, и вот он такой классный мужик, и поворачивается на меня такая, прям как ты. И они просто проходят и уходят, и вот это единственный комплимент жизни, который я получал от женщин. Ну, Коль, справедливости ради, Коля, который Ипа, пометил кто-нибудь из вас имя, я вас умоляю. Нет. Блять, ладно. Коля, который Ипа, выглядит немного по-другому. Ну, в плане, он же реально выглядит типа как вот... Хватит, да они все маленькие, ты понимаешь, ко мне подходили, но маленькие деточки. Ну, это странно. Какой мне от этого прок? Конечно, это странно. Мне я комплимент на улице один раз сделали, но я отшил, мне это странным, типа, что тебе надо. Нифига себе. Мне было лет 14 или 13. Девочка подошла, говорит... А, ладно, вообще-то я могу ее поподробнее рассказать. Это угарная история. Другое дело. Меня по плечу тыкают, я поворачиваюсь, и девочка примерно моего возраста говорит: «Солнце, можно тебя обнять?» И я, короче, до этого ничего подобного вообще не слышал. И я реально не понял, что ей нужно. Я не то, что там засмущался, застеснялся. Я просто стою, я на нее смотрю, я лоб напряг вот так, как неандерталец. Я смотрю на нее, думаю, что тебе надо? Ну что она имеет в виду? Я повернулся, думаю, может, что? Начал смотреть на спину, думаю, какое нахуй солнце? Где? На мне, может, что-то прилип... На меня наклеили что-то? Я реально подумал, что на меня налепили как что-то солнце. Причем... Знаешь, говорят, солнечные дети есть. Вот я стою на нее, смотрю и говорю, что? Она говорит, ну ты очень красивый и весь как будто светишься, можно тебя обнять? Я говорю, а, нет. И все, и дальше пошел рост. Такая вот история. Я реально не понял, когда мне сделали комплимент. Ну, возможно, потому что женщины обычно не делают комплименты мужчинам, да? Тоже странная тема. Вы думали об этом? Mm-hmm. Почему так? То есть они уже этим присыщены, а мы, то есть, в ахуе. Мы не понимаем даже, как реагировать. Ну, опять блин. Же, не все же... Вот ты опять обобщаешь, это раз. А во-вторых, ну, да, в целом, конечно, женщины просто реже делают комплименты. Ну, они никогда этого не делают. Как будто им это... Странно, что у тебя вопросы возникают в этом. Мне да, как это... будто им просто это не надо в плане... Нет, я-то все понимаю, я просто хочу, чтобы чат... Но ты бы стал поливать цветок, если он постоянно в воде? Вот думай. Это что именно... Цветок. Что именно ты? Цветок. Что именно ты этим описал сейчас? Думай, думай. Ну, типа, не делать женщинам комплименты? Не, подумай, блядь, подумай. Нет, ты подумай, Ярик. Я не буду тебе рассказывать вывод. Типа, мужчинам и так всегда мама и бабушка говорит. Я не буду тебе рассказывать вывод, ты просто подумай. Ну, все-таки мама и бабушка. Почекайте, когда пишет спирт. Ты бы стал дрочить на цветок, если он обдрочен.